поле. Вдали город. Проклятое это место. Нечистое. Вон, в траве светлая полоса. Там еще густо растут грибы-дождевики. Вечером по ней катится голова. Один парень возьми и схвати ее. Думал ежик. А через 3 дня вынесли того парня ногами вперед. Иначе это все франкмасоны. Тихо все. Шевелится кто-то. Пусто. Пусто все. За мной. Подо мной. Тихо. Даже дышать боязно. Как будто весь белый свет умер. Что-то стало. Над городом зарево. Как полыхает-то. И словно трубный глаз сверху. Дышать! Тихо.
Боже мой, Потаскушкин ты сын. Радости моя незаконная. Ну, красавицы, мужа нет, а сын родился. Что тут делать? Как тут быть? Надо жить и нету жить. Что ж, сыночек, мы в ответе. Все равно одни на свете. Это ты, Франц? Да. Заходи. Сегодня вечером сходим с тобой в балаган. Thank you.
у которых совесть чиста, они так себя не видят. Войцех! Товарищ Никита! Поговори со мной, что ли? А что, господин капитан? Какая нынче погода? Плохая, господин капитан, плохая, ветрена! Вот! Ветер! Та-то я чувствую, он говорит что-то. Шебуршит. А сильный ветер все равно, что мышь. О, мыши! С тобой целый выводок тамбур в огурчик. Пусти! Дорогиста. Только три. Да что в тебе? Бес, что ли, вселился?
Да проводи все проводом. Один черт! Вот что. Да, господин доктор. Вот ты. Человек чести. Да? Так точно. Молодец. Просто я вижу. А что такое, господин доктор? Своими глазами вижу, как вот среди бела дня на улице мочится на стену. И каждый день полчешет меня 3 гроша и харч. Гадко. Люди день ото дня становятся все гаже и гаже. Как же быть, господин доктор, если природа требует? Что тебя требует? Природа. Природа. А я тебе что-нибудь доказывал, что мускулис кострик-то веркает? Подчиняется нашей воле! Так точно, господин доктор! Природа не отрежет! Человек по своей природе свободен. И в этом высшее выражение его индивидуальности. Он не может удержать мачты. Ты горох ешь? Так точно, господин доктор! Ничего, кроме гороха! Заруби на росту! Мы совершим полный переворот в науке. Все пойдет на тормозки. Соляная кислота будет ноль, что колесо. Промочиться не хочешь? Сейчас уже не могу доставить. А на стену можешь. Я тебя в кармане на договор письменное соглашение. Я видел, я своими глазами видел. Высунул этот нос на улицу. Изучаю процесс чихания. Да не, не сержусь. Сердится вредно и для здоровья, и прежде всего для науки. Я спокоен. Я абсолютно спокоен. Разговариваю с тобой вполне хладнокровно.
Доктор, боже, упаси, как я там. Ой, не надо было тебе мочиться на стену. Господин доктор, видите ли, характер у людей разный. Характер разный какой-то. У одного так, у другого это. А природа, она и есть природа, она свое берет. Вот что ты философствуешь, а? Господин доктор, а с вами не случались видения? Со мной ничего не случается. Иногда в полдень солнце так жжет, что кажется, вся земля пылает. Угу. И тогда страшный голос обращается к тебе с небес. Голос? Да, господин доктор, это все гриб, дождевик. В нем все дело. Вы когда-нибудь видели, какими узорами растут гриб, дождевики? Нет. Вот бы их разгадали, да? Да. Ну, это же да. Разгадка моя. Вольте! Вот тебя операция! Сметались, спортивались, умственно, частично! Следи за топором. Прошу. Да, отлично! Ну, и так все по-прежнему. Так точно, господин доктор. Капитана. Бреешь. Так точно. Службу несешь. Так точно, а деньги на посту даешь и нет. Горох ешь? Каждый день можно. Молодец, получишь прибавку. Что такое? Говори ко мне. Все по капельке, да капельки везут. Слушай, редкий случай. Да, мальчик, как получишь прибавку из полоску. Комната Марии. Как они называются? Не вспомнить бы, как он про них говорил. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, малыш, ты. И закрой глазки. А то Бука придет и тебя заберет. Бука нас всех заберет. Тихо, тихо. А ведь уже наверняка золотые. Как к лицу мне будет потанцевать. Как к лицу мне будет потанцевать. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, спи, малыш. Спи. Вот и сонный ангел прилетел. Закрой глазки да покрепче. А то ангел не заглянет. Ты и ослепнешь. А все же губы у меня алые. Да и весь мир не лучше. И пошли все к чертям! Что мужики? Что бабы?
Вспомнил! Ну-ка, давай! Он вспомнил! Ну-ка,
армию войск встретить в своей суповой миске волосок из чьих-нибудь усов. Какой-нибудь там офицер, сапер или там... Тарм-мажор, а? Ты о чем? А ты? А что, а что? А вот ты! А что ты купил билет, так, а? Что ты купил билет, а? Что ты купил билет? Что тебя зацепило, да? Ну ладно, ладно. Твоя жена, она порядочная, да? И шляется с кем попало. Не, ну если ты сейчас вернешь дорогу, то ты еще сможешь снять волосок с губ. Какие кубки войти? Я человек мой. Я ведь тоже знал, что такое любовь. У меня никого больше нет на свете, если вы просто шутите, господин капитан, да? Чего? Я шучу! Да ты что? Да теперь так шутить, парень, я вообще не хочу. Ну не может быть. Ну стой, подожди. Ну не может быть, ты дай. А что ты меня освободить можешь, господин? Ой, вот захотел, да? Ай, ладно, все. Ну ты человек хороший, порядок, я все понимаю. Хороший ты! Хороший порядок, господин капитан. Видите? Небо-то какое! Серое, плотное. Просто красота. Так и хочется вбить в него крюк и повеситься. И все только из-за маленькой разницы между «да» с одной стороны и «нет» с другой. И что такое «да» и что такое «нет». И виноваты ли «да» в «нет» и «нет» в «да». Мне надо обо всем этом подумать, господин капитан. Может ли грех быть так хорош? Ты бредишь, Франц! Где он стоял? Тут! Ну, знаешь, день долог Амирстан. Много людей могло стоять на одном месте, сперва один, потом другой. Я видел! Да мало ли что увидишь, кроме слепо солнышко светит. Ты где? Вот он, Роль! Лучше зарежь, а ты не бей. Меня здесь одно, и тот пальцем не смел тронуть. Нет, уж я бы заметил. Каждый человек пропасть. Глянешь, голова закружится. Не мог не заметить. Она ведь-то святая. Хорошо-то как на дворе. Там танцы, танцуют. Народ балу маленький, девица подобежала, танцует, а я места силы не нахожу. Ой, дура. Все плывет перед глазами. Я должен туда пойти. Я должен сам пойти. Жар костяк, Мария! 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 Мария!
глазах. Валяйте! Средь бела дня, как мышкара какая. Мария, огнем горит. Огнем. Ну, шибче! Шибче! А он-то как облапил ее. Как все ее облапил. Она теперь его, его. А раньше была моя, моя. Человек в конце своего жизненного пути добрался до реки времени. Он задается вопросом, в чем мудрость Господня? А я сейчас вам скажу, зачем живет человек. Чем бы жил крестьянин, сапожник и врач, если бы Господь не придумал чем бы жил портной, если бы Господь не внушил ему, что в ноготе есть срам? Чем бы жил солдат? Если бы Господь не вдохнул в него жажду битвы. Я вам скажу, все прекрасно! Весь мир прекрасен! Но все тленно. Даже деньги те правы. А в заключение, дорогие мои слушатели, давайте помочимся крест-накрест, чтобы жить сдох. Господа,
если я сейчас выброшу кошку из окна, каково будет ее отношение к пространству? Понимаете, в связи с ее природным инстинктом, вот давай кошку, смотри, кошка, она кусается. Так потому что она женщина со своей родной бабушкой, а не тварь животное. Господа, но зато мне есть показать вам кое-что другое. Вот, вот человек, который в течение 3 месяцев питается одним горохом. Посмотрите, какой результат. Смотрите, зрачок выпуклый такой большой, да? Ну, флюс не от этого. Вот этот пульс такой рваный, такой четкий. Господин Дома, у меня темно перед глазами. Ну, потерпи еще пару недель и конец. Господа, я вам давно хотел показать. Он умеет шевелить ушами. У него сокращаются при этом задние ягодичные мышцы. Вот так. Ну, пошевели. Ну, хватит животное. Вот полюбуйтесь, господа, типичный пример перехода от человека к ослу. Да. Чаще всего в результате женского воспитания, да, и незнания латыни. Но вернемся к посленам, господа. Вот я был тут в Карелии. Какие там послены в Карелии? Сперва смеялся. Потом говорит. Смачная бабенка. Ляжки у нее. Да и вся сама как огонь. Да? Смачная бабенка. Ляжки у нее, да и вся сама. Значит, он это сказал, да? А что мне ночью снилось? Уж не можешь ли? Что за ерунда про слово снится? Да. И все же, другой такой не было. Да. Ты о ком? Не о ком. Прощай.
Да. Я мужчина хоть куда. Настоящий мужчина. Ты понял? Не понял. Раз не понял, то молчи. А то как дам, так нос из задницы и выскочит. Сынок, не больно ли
тебе. За муку, Господи, твою, тебе я сердце отдаю. Она лежала в Библии моей матушки. Матушка теперь света белого не видит. Франц, Иоганн, Фридрих Войцек, рядовой 4-й роты, 2-го батальона, 2-го пехотного полка. Родился 25 марта, в день Благовещения. Мне сегодня 30 лет. На! 7 месяцев и 12 дней. Тебе бы в лазарет, выпьешь водки с порошком, лихорадку, как рукой снимает. Когда гробовщик строгает доски, никто не знает, кому не на их лежать. У этого золотая корона, он король. Завтра привезут королеве ее дитя. Ливерная колбаса приходит к Кровяной и говорит: иди ко мне. Комната Марии. Не обрели ложь в устах его. Боже правый, Боже милостивый. Но фарисеи привели к нему жену, увлеченную в прелюбодеяние. Поставили на площади. Иисус же сказал: так и я не обвиняю тебя. Иди и больше не греши. Боже, Господи, ничего у тебя не прошу. Сделай только, чтобы я могла молиться. Франц, не пришел. Ни вчера, ни сегодня. Как бежак. Все умерло, Спаситель. Все умерло. Леса, бурь, у пруда.
как здесь страшно. Еще не пора. Иди сюда. Сядь. Мне домой надо ужин готовить. Ничего. Ноги в кровь не собьешь. Мария, помнишь, когда это у нас с тобой началось? На троице 2 года. А знаешь, сколько еще осталось? Что ты такое говоришь? Ты дрожишь? Тебе холодно? Сама-то теплая. Губы-то и вовсе горячие. Горяча, горяча, шлюхина кровь. Что? И все же, я отдал бы царство небесное, чтоб тебя еще раз поцеловать. Ты дрожишь. Как похолодеешь. Не будешь больше мерзнуть. Павел, ты не рассе. Тебе уж не дрожать. Что ты такое задумал, Франц? Пора. Идем, Мария. Куда? Почем я знаю? Нож. Мне нож. Нож.